Говорит, туда ходил, сейчас фиг его знает, что там. Давай Юльку и наверх. Нам открытым горит. По месту выставляйте, потом лист отщелкнем, и все, и поехал. Он не поднялся, он еще. Че Михалыч передает? Не тот угол, по-моему, не сидят. Угол не тот. Рига, 210. 210, я Рига, прием. Скоро на месте вызова, старший на месте пожара остается 26. 210.
Куда на вызов приехали? Давай еще! Давай, короче, в это! На этаж, вы поняли, вы когда встать? Что-то вид маленькая. Еще одно, ну. Я умею мотать. Давай, давай, на этап. Искра один, я 16. Место открывай. Чуть-чуть правее, пускай ставить его. 16-12. На приеме. Посмотри там сверху, на краю здания лестницу, как поставили, нам не видно снизу. Левее до здания не достает. А ты крути ее, крути. 17 этаж. Правее, мощь! Правее, мощь! Правее, мощь! Правее, мощь! Электроэнергия. Да, на машине, возьми.
подписываю, ждем энергослужбу. Вас понял. Остались еще присоедините плотно к стене, чтобы она не шаталась. Все, больше мне не хватает. Зацепилась! Принимаю. Гайка зацепилась! Чё, цепляет у тебя? Постоянно. Внизу.
Олега, цепляйте! Полужайка, цепляйте, говорю! Полугайку приподнимай! Уйди, он, блядь, то полугайка зацепилась опять! Давай здесь. Давай теперь. Ага, тяну. Давай противогазку там, Влад. Конечно, давай. Давай, иди, залезу сейчас. Боятся. Сейчас залезь, затащик. Веревка внизу, я уже веревку не стал тащить. На задержку. Хватает. Все надо. Все. Не тяни так сильно. А что не? Вон она полугайка так цепляется, видите? И? У нас по дороге. Так, ну как, ну что, давайте, может, у нас вокруг или кожа понятно. Да не хватит, наверное. Что-то у нас хватит, да? Не, ну туда за угол просто, чтобы она вышла. Ну, наверное, сейчас его туда, да. Через... Вот сейчас отсюда вам пройдут и там... Сильно тоже не прыгай, бублик. Тут АЭ получает тащины. Хотя тут недалеко лететь вниз, наверное. На них потом бетон льют. Все. Хватит, Зайон, да? 12-16. Подожди, сейчас посмотрим. Принимаем. За угол, Тимоха. Энергослужба не приехала? Нет, не прибыла. Вас понял, не прибыла. Хватай. Еще. Это надо, чтобы они снизу ее поддерживали. 12-16. Принимаем. Вот сейчас ее цеплять здесь. Будем тушить из-за укрытия. Что с линией сделать? Не знаю. На месте вы
Кипятей можно поливать. Я так и хотел, таким кипятями ходом. На прием низко 28. Поняла, 384 возвращается в подразделение через заправку 23-25. Вова! Все нам пойдет! Одна вот здесь сверху. Как бы я там кидал? Накрыть нечем, может, отдохнется. Допуск получили. Передай водителю 11-му. Пускай заполняет линию. Вас понял. 16-12. На 3-16. Все линии хватает? Да, хватает. Заполняйте линию и подавайте. Давай. Первый образ.
на стенке. На стенке пускай льет все. Уходите все оттуда с позиции. Хватит, Тёма, куда еще? Откроем отверстие. Давай. Чуть-чуть приоткрыть надо. Сейчас пена пойдет. А то сейчас воздуха приток даст, но будет гореть больше. Давай, короче, в процессе сейчас. Маленько польет, потом приоткроем. Она большая бочка, смотри. Не может нормально приехать. Да она горит уже. По идее, топоры уже сгорают и так. Понятно будет, она сейчас хрен успокоит, уже будет греть. Что не удержишь, там же на задержке. Понял, встречаем. Добавьте до максимума. И не сбавляйте пенообразователя, пока не дам команды. Я понял. Давление хватает? Да, да, воду встретили, давайте нам теперь пенообразователя. Нам было стены поливать. Не надо, не надо, не дай. Какой он взрыв-то всего? Почитайте деревянные, убрать, наверное, блядь. Как только пена пойдет, забрал, опускаем. Из бочки, с угла подаем. Стараемся это залить, понял? Вот смотри, еще не пошла, еще не пошла, не нормально, пошла. Нормально, нормально. Я сейчас пробую, пробую. Я сходи в сторону. Поднимать теперь надо. Не-не, пускай ее охладит. Лей на нее, лей, брат. Сейчас вовнутрь надо, чтобы попало. Ну пускай сбросит, застроим ее. Да вот. Ты только сам в сторону, убери ствол, все. Не надо сбрасывать. Подожди! Подожди!
Да? Лопата гнется сюда. А смолу можешь выбросить-то? Бочку охлаждай. На бочку. Да? Куба три как минимум. Я в лицо не попала. Нормально, на кого? Она, по-моему, не загорится уже. Я тебе выброс прошел. Он у нас остался.
А лицо лице было за пиздец должно быть. Один из серьезно есть. А у меня тоже он понял. Тоже зацепило. Да. А? Что, фонаря ни у кого нету? Вова, а работа не загорится, можно не поливать. Да я понял, тут смысла нету. Она долетала, это, остывала. Как бы температура-то есть. Просто есть. Уже загорится и загорится, во-первых, источника этого внутри нету. А нагреваться она не будет, она только остывать будет уже. Источника зажигания. Здорово, 26. На приеме СК-2. 21 и 22 возвращаюсь под разделением. Опасно, солярка походу есть, наверное. Угу. А? Солярка, наверное. Солярка. Вот красиво было бы, если да, розы, крыша бы тут горела. Вот это горючий материал, вот соляра стоит. Они соляры битум разводят. Тепленькая, ё-мо. Я все трогал. Что тут, температуры нету уже. А внизу еще меньше. Тут вообще холодно, я пополивал. Вот здесь вот самое горячее, вот здесь сверху. Но и то, как бы рукой держаться можно. Третьим рукам на линию. Thank you.
Давай, сейчас нам надо это будильник. Здесь сливать надо. Сними стоп. Там есть гайка? Да, да, есть. Есть. Есть? Есть, есть, вот она. Вот, давай. Туда. Или туда, подожди. Или туда. А, правильно. Ставь на в это, в горло. Задержка. Приотлавил чуть-чуть. Вот, давай, давай. О. Так, пока на задержке, вот. Вова, скажи, пускай на середине расцепят рукав. Слабо, Вова! Отцепи мне! Все. Ага.
Все. На экране где-то упало во двор. Искать надо. Вот и все. У меня две с тобой будет. Две? Да.